Британский принц Гарри прошел по следам своей покойной матери, принцессы Дианы. 22 года назад она пересекла активное минное поле в Анголе. Впоследствии это помогло ввести глобальный запрет на смертоносное оружие. Гарри посетил то же место в рамках своего африканского турне. В него он отправился вместе с супругой Меган и полугодовалым сыном Арчи. В Анголе Гарри также поучаствовал в детонации обнаруженной мины у города Дирика. Это минное поле в национальном парке Ленге-Луиана стало первым из 153 полей, которые мы очистили в двух национальных парках на юго-востоке Анголы. Гражданская война в Анголе продолжалась с 1975 по 2002 годы. Как ожидается, страну очистят от мин к 2025 году. Ранее 35-летний принц начал одиночный этап своего путешествия. Сначала он приехал в Ботсвану, где посетил организацию по защите природы и присоединился к школьникам, которые высаживали деревья. Завершит же свое соло-турне принц в Малави. Там он встретится с президентом страны. Затем воссоединится с Меган и Арчи в ЮАР, где запланирован ряд визитов в районе Йоханнесбурга.